В Ярославле на 5 незаконных рекламных баннеров стало меньше. В городе продолжают сносить самовольно установленные щиты. Рабочие трудятся при любых погодных условиях. В день демонтируется от 5 до 10 рекламных конструкций. До конца января с улиц города должны быть убраны полсотни баннеров, а в последующие месяцы планируется сносить вдвое больше. Это делается для того, чтобы рынок наружной рекламы в городе Ярославле стал законным. Появился дополнительный источник пополнения бюджета, прекратилась незаконная деятельность по размещению рекламы и в том числе по воровству электрической энергии. Вот даже эти щиты, которые мы сегодня убираем с проспекта Октября, все были незаконно подключены к городским электросетям.